Добрый день. Я Анатолий Амельчук, и это уроки родиноведения на первом интернет-канале «Писательский проект». Добрый день, уважаемые зрители, слушатели, интернет-пользователи. Как всегда, в начале, перед тем, как мы покажем основную телепрограмму, сегодня она посвящена Аркадию Григорьевичу Елфимову. Немного о последних литературных, книжных, краеведческих событиях. Ну, на прошлой неделе в библиотеке, в детской библиотеке имени Константина Яковлевича Логунова отремонтированной до нельзя фешенебельной библиотеки, вот детской, прошла такая акция, писательская акция, она называется «Послание добрых сердец». Это акция Союза писателей Тюменского отделения, Союза писателей России, учеников Школы искусств «Гармония» и самой Логуновской библиотеки. Что происходило? Дети из Школы искусств «Гармония» нарисовали открытки, сразу скажу, замечательнейшие открытки, столько талантов, но трудно подозревать в одной школе столько талантов. А эти открытки подписывали писатели. Открытки предназначаются тюменским добровольцам из батальона «Ермак», всем тюменским воинам, которые работают, защищают родину в окопах Донбасса, в окопах военной операции специальной. Вот. На этом торжественном таком подписании присутствовал и Леонид Кириллович Иванов, Григорий Кайгородов, детский, замечательный детский тюменский писатель, и тоже замечательный детский писатель Василий Михайлов, поэтесса Антонина Маркова. Вот мы подписывали эти детские открытки. Ну, не знаю, что написали коллеги, свои открытки, адресованные тюменским воинам, тюменским защитникам Отечества. Я, ну, коротко там, наверное, в окопах длинные не читают послания. Я пожелал вдохновенного творчества жизни каждому. Заканчиваются все войны, заканчиваются специальные военные операции. Я думаю, наша российская закончится очень скоро, близок, как говорится, миг победы. Я пожелал бойцам вдохновенного творчества жизни, потому что начинается мирная жизнь, начинается спокойная, обычная, нетревожная жизнь. Значит, ее надо строить вдохновенно и, как бы сказать, добиваться побед во всех областях дерзаний, которыми вот наши воины перейдут в мирной жизни, вдохновенного творчества жизни. На прошлой неделе я встречался с читателями завода Уковска. Ну, встречался на этой, в самом начале этой недели, со школьниками, старшеклассниками из 10 класса, 10-классниками школы, Тюменской школы номер 9. Это школа с краеведческим уклоном, единственная в Тюмени, да боюсь, что и во всей, может быть, в Тобольске есть, Тюменской области с краеведческим уклоном. Я им презентовал свою свежую книгу, называется «Родина твоего счастья». Мы так хорошо поговорили, значит, нам отвели один урок, 40 минут, но и школьники просили, и преподаватели, учителя согласились, в общем, провели как минимум два урока. Вопросы были, конечно, по истории нашей родной Сибири, еще более родной Тюмени.
ну, по всяческим вопросам творчества. На той неделе, в конце той недели я побывал в главной городской библиотеке завода Уковска. Тоже там были и школьники, были зрелые читатели и читательницы. Значит, тоже значит, состоялся заинтересованный разговор. Значит, ну и если говорить о заводе Уковске, ну это достаточно молодой город. Но я всегда вспоминаю, когда проезжаешь Сверток на Старолыбаево. Старолыбаево – это в 9 километрах, в 9 километрах от завода Уковска. Значит, там есть урочище Устюг. Ну, совершенно так, и Старолыбаево, и такая уже покидаемая деревня. И местность там вроде непримечательная. Такие рямы, болотца, луга заливные, значит, вымрачные, там рощица такая, березок есть. Ну, место невзрачно. Ну, вот если от Старолыбаева, значит, по болотине, по там, по грибкам, ну, по очень сложной дороге проехать еще с километра полтора, то доберешься до вот урочища Устюг. Так вот, это, я думаю, Устюг под Заводоуковском. Я рассказывал об этом Заводоуковском, и, к сожалению, вся моя аудитория в библиотеке, ну, у нас так было человек 40 как минимум, а об урочище Устюг, значит, ну, ничего не знает, впервые слышат. Старолыбаева еще кто-то может вспомнить, а Устюг не слышали. А это, честно говоря, ну, наверное, одно знаменитейшее место в Сибири. Знаменитейшее место. 15 лет там вели раскопки, археологические раскопки ученые Тюменского государственного классического университета под руководством Натальи Петровны Матвеевой, ведущего археолога не только Тюмени, но и Сибири, 15 лет. Что они накопали? Они накопали стоянку захоронения, такую обширную захоронение третьего века нынешнего первого тысячелетия вот текущей новой эры. Третий век. И о чем свидетельствуют находки, значит, вот под Старолыбаевым в Устюге. Значит, они уникальное захоронение. Значит, это захоронен всадник. Видно, что знатный всадник, может быть, вождь, может быть, полководец. Рядом, чуть повыше, перпендикулярно, захоронена его лошадь. Как бы сказать, вот воинов, кочевников, ну, знатных, конечно, воинов, хоронили обязательно только вместе со своим, конем. Ну, говорить об этнической принадлежности очень сложно, ДНК там не сохранилось, значит, но, скорее всего, это, конечно, гуннский вождь, предводитель гуннов, идет великое, начинается великое переселение народов, Азии в европейскую часть евразийского материка, и вот здесь, в нынешнем Устюге, значит, находится, наверное, большая такая стоянка, промежуточная, наверное, стоянка, значит, тех народов, которые движутся с востока на запад. Ну, скорее всего, это гунны, потому что это, как бы сказать, это переселение, великое переселение, возглавляли именно гунны. Мы знаем гуннов по их вождю Аттиле, который взял, значит, Рим. Ну, как бы сказать, европейцы называют гуннов варварами, но это, как бы сказать,
прозвище побежденных. Это была гуннская цивилизация, цивилизация того времени, кочевая цивилизация того времени, это, как бы сказать, ну, очень серьезно, и, естественно, не, это не варвары, а ну, нормальные, хорошие, замечательные степняки, азиаты, кочевники. Вот захоронение вождя с конем, значит, это не только традиция, о чем она свидетельствует. Вот для, для азиатских народов, для степняков, значит, всадников из Великой Степи, конь представлял, ну, не просто там средство езды и, значит, помощника в бою. Значит, это был даже не друг, а брат, и, может быть, даже сильнее брата, сильнее брата. Они, кочевники, одушевляли лошадей. Почему вот захоранивают только тех, кто имеет душу, да? Вот человека, который имеет душу, которая через 40 дней унесется наверх, и захоранивают лошадь, потому что она в мировосприятии азиата, гунна начала первого тысячелетия, она одушевлена. Значит, ну и я для себя, вот когда был на раскопе у Натальи Петровны Матвеевой, я для себя сделал вывод, я потом съезжу в Великую Степь, в Каракуру, значит, и там еще раз сам себя постараюсь убедить, что такое кочевник. Это не просто всадник, это не просто человек с лошадью, с конем, значит, это единое целое, это неразрывное. То есть кочевник – это всадник и его конь. Значит, в европейской терминологии это называлось кентавром. А для Азии это было, ну, как бы сказать, не что-то неестественное, а наоборот, совершенно естественное. Но мы должны знать, что мы потомки азиатов, мы должны знать, что вот, как бы сказать, как наши предки, наши предтечи, значит, относились, ну, сегодня мы знаем, что для северного оленевода, ненца, скажем, что такое олень, это тоже не друг, значит, не просто товарищ, это то, что равно его жизни, то есть вот оленевод равен своему оленю, всадник из Великой Степи, гун, значит, равен своему коню. Значит, ну, это, наверное, правильное понимание. Мы, человек высокомерен, значит, он начал считать себя царем природы, а когда начал считать себя царем природы, ему все позволено, он себя уже с живой природой мало ассоциирует, значит, и мы видим, что потихонечку, значит, человечество, так, если не явно, то несознательно ведет к уничтожению, и большого животного мира, растительного мира планеты. Ну, человеку все позволено, он царь природы. Ну и если так дело пойдет, естественно, это закончится тем, что человечество уничтожит само себя. И нам бы из мировоззрения наших азиатских предшественников вот такое понимание, что ты не царь природы, есть существа, живые существа, которым ты ровня. Он тебя, он верный твой товарищ, он тебя уважает, и ты его уважает. Он тебя не подведет в бою, и ты его никогда не должен, значит, это самое, подвести. Уж, по крайней мере, подозревать душу в живом существе, лошадь она называется, или корова, ну, честно говоря,
каждому человеку не помешает. Еще одна удивительная находка, вот на подзаводоуковском, в этом урочище, на археологическом раскопе Устюг. Значит, обнаружена Наталья Петровна Матвеева, обнаружила несколько черепов, странный, казалось бы, яйцеобразный или башнеподобный, ну, такой конструкции. Ну, мы знаем такой современный термин «яйцеголовый». Значит, ну, правда, он в другом значении употребляется. То есть, что такое? Значит, почему вот были, значит, всадники, кочевники, значит, ну, с такой формой головы. Ну, из всяческих преданий и источников о гуннах известно, что младенцам гуннам, мальчикам бинтовали головы при рождении, чтобы они у них были действительно такие острые, яйцеподобные. Значит, это увеличивало, ну, наверное, не только интеллект и мыслительные способности нашего того, что находится под черепом, но и некоторую воинскую доблесть, ну, можно называть это так, ярость в бою или агрессивность. Вот, то есть, вот, как бы сказать, то, что называют европейцы-варвары, они знали тонкости, такие тонкости, значит, ну, значит, как повлиять на сознание человека, значит, и вырастить человека, который нужен этому роду, этому племени, этому народу. Так что вот свернуть на проселок Старолыбаевский, еще раз говорю, ну, проезжаешь, ничто не свидетельствует, что здесь вот 2000 лет назад, значит, происходили такие события. Но вот и сам Устюг, свидетельство, Наталья Петровна Матвеева, конечно, собирается и продолжать там раскопки. Один, наверное, значит, проект закончился, но там можно ожидать самых невероятных мирового масштаба сенсационных находок, и будет продолжен. Но и Устюг свидетельствует, что наши родные края, наши родные места от Тюмени, это, кстати, тоже не очень далеко, да, по прямой, там, наверное, километров 60-70, значит, это всегда центр событий. Центральный перекресток великого переселения народов. И я думаю, кто погружается в такую историю, да, всегда, ну, наверное, чувствует дополнительную гордость. Я и мои корневые предки, значит, вот коренных народов Сибири, хантов, манси, селькупов, ненцев, зырян, значит, сибирских тюрков, значит, мы были, как бы сказать, вот стояли всегда на оживленном перекрестке, значит, человеческого мира. У нас пришли вопросы, да? Да, Марина спрашивает. Анатолий Константинович, вы давно были в тематическом парке Уфимо-Автопольске? Что там вам понравилось? Ну, Марина, да. Марина, я хочу сказать, что если есть в Сибири чудо света, восьмое, первое, я так, может быть, постесняюсь, но как минимум восьмое чудо света, это парк, ландшафтный парк, который сделал Аркадий Григорьевич Елфимов, это Ермаково поле, это, ну, во-первых, вид. Это Крутояр, Дикий брег Ертыша, Ермак там, естественно, сидел, значит, такой высокий, объятый думой, и, значит, высокий берег, такой, ну, невероятно плавный поворот Ертыша, там, вдали там видны Тобольские холмы, храмы. Значит, это ботанический сад. Аркадий Григорьевич свез со всей Сибири
из Новосибирска, Барнаула, там Томска, из известных, приблизительно, ну, больше 200 самых разнообразных сибирских растений из других мест России ему присылали, сам привозил, сам рассылает. Ну, вот как растительный, он построен, этот парк построен по лучшим образцам. Значит, ну, лучшие парки, значит, в России строились приблизительно при Екатерине II. Вот он построен по классическому принципу. Аркадий Григорьевич поставил там памятники, бюст Дмитрию Ивановичу Менделееву, памятник его таблицы, великой таблицы периодических систем, периодической системы элементов, известной как таблица Менделеева, Василию Ивановичу Сурикову, великому русскому живописцу, нашему земляку, красноярскому казаку. Недавно поставил памятник протопопу Аввакуму, который сиживал в Тобольской, в тобольских казематах. Значит, там стоял некоторое время памятник Александру Алябьеву, замечательный соловей с соловьем на пальце. Сергея Мильченко памятник, его сейчас перевезли в город. Значит, ну и, может быть, самое главное, это часовня во имя святого Дмитрия Солунского, покровителя Ермака и покровителя Сибири. Значит, ну, я не видывал таких вот храмов. Он установлен на рытом холме. Это настоящий космический корабль, показывает устремление русского духа в космос. Не случайно Господь Бог именно русского выбрал для прорыва в космос Юрия Гагарина. Вот замечательно это вот часовня. Ну и, Марина, да, если хочешь увидеть Сибирь в своем лучшем виде, съезди на Ермаково поле, обязательно, ну так, во второй половине сентября и в самом начале октября. Листопад, золотая осень, ну это такой невероятной красоты, но даже во сне не увидишь. А это наяву. Это, ну, это незабываемо. Один раз побываешь, ты, как бы сказать, уже жительница Ермакова поля, это твое родное место. Вот такое чудо сотворил. На счету Аркадия Григорьевича Елфимова, основателя благотворительного фонда возрождение Тобольска, много прекрасных, яростных, замечательных, уникальных дел, проектов, дерзаний. Но я только недавно понял, что главное его детище, живое, развивающее, вечно живущее, вечно юное, это его, вот этот ландшафтный парк, это его гордость, но сам это его любимое. Ну а если тебе посчастливится, и экскурсоводом у тебя будет сам Аркадий Григорьевич, ты услышишь такую лекцию о Сибири, такой яростный, темпераментный панегирик Сибири. Но после этого, я думаю, кто заходит впервые в Ермаково, на Ермаково поле, еще не патриот Сибири, и, может быть, даже не патриот России, ну, как-то он, может быть, критически относится, он выйдет яростным патриотом Сибири, родного места, и, как бы сказать, честным защитником Отечества. Так что советую, это замечательно. Ну, на мой взгляд, я видел парки и не только в России, бывал там на Британских островах, значит, в Тюильри гулял, и в Версале.
по сравнению с живым, понимаете, там настолько приглаженные, настолько искусственные, настолько, что такое, скажем, в том же Версале человек соревнуется с природой. Ну, можно ли природное совершенство нашими иногда нелепыми руками превзойти? Здесь живое и рукотворное чудо природы. Еще вопрос есть? Да, и Марина же спрашивает, а где достать издание со своими картами? Ну, я думаю, вот 24 мая Аркадий Григорьевич Елфимов, а я член попечительского совета его издания «Альманаха Тобольской вся Сибирь», 24 мая в Тобольске будет отмечаться 30-летие фонда. Я с Аркадием Григорьевичем встречусь и спрошу у него, что Марина интересуется. Не хочу так, Марина, чтобы, как бы сказать, они издавались, все эти атласы и хорографические книги, уникально малыми тиражами, 50, по-моему, какой-то 100 экземпляров. Наверное, трудно, но, может быть, вдруг заначки у Аркадия Григорьевича там вдруг остался один экземплярчик персонально для Марины. Марина, давай будем на связи. Вот после 24 мая мне позвони, я обязательно у Аркадия Григорьевича спрошу. Есть ли надежда, есть ли шанс? Ну, по крайней мере, если с атласами там немножко припозднились, то вот он сегодня, нет, или вчера, прямо в Пскове, в главной библиотеке Пскова, презентует свое новое издание «Моцарт и Сальери» нашего всего Александра Сергеевича Пушкина. Я, к сожалению, еще это издание не видел. Там прямо, как говорится, с пылу жару презентует его Аркадий Григорьевич. Ну, конечно, это, опять же, будет всегда вершина книгоиздательского искусства. Так что, Марина, если не атласы, то какие-то, значит, уникальные издания Аркадия Григорьевича Елфимова всегда можно достать. Значит, мы будем показывать сейчас персона Елфимов. Это, ну да, еще хотел сказать, вот буквально на днях мы начали там, скажем, со специальной военной операции, как тюменцы каким-то образом помогает поднять боевой дух на тюменских позициях в Донбассе. Значит, Аркадий Григорьевич, он уже издал книжку «Омские писатели», писатели из Омска собрались и все свое лучшее, значит, подарили бойцам, значит, на Донбасский фронт. Значит, а сейчас собираются тюменцы, названия у сборника еще нет, поэты, писатели, детские писатели, значит, наши сказочники, вот собирают все лучшее, и Аркадий Григорьевич под брендом «Возрождение Тобольска» сделает такой сборник. Я в этот сборник, у меня есть несколько рассказов, и в их заголовках обязательно присутствует слово «мамин». Значит, «мамин дождь», «мамин мемуар», «люблю мама», «звезда мама», «мамин крестик». Значит, это все о маме, о моей маме. Но я думаю, бойцам, которым попадет этот сборник с этими рассказами, ну, тоже не грех вспомнить маму, чтобы еще яростнее, еще победнее защищать наше отечество. Персона Аркадий Елфимов, это 2003 год, как молоды мы были, на 21 год раньше, стартует век, фонд возрождения Тобольска отметил только первое десятилетие, ну и давайте на нашей машине времени вот погрузимся в ту атмосферу начала
текущего века. Нравится цвет? Ну, хороший чай на подцвет. Аркадий Григорьевич, хотел задать вот какой вопрос. Мир движется исключительно желаниями, мир человека? Ну, думаю, что да. Хочется сделать многое и стремишься к этому результату. Вы натура энергичная, у вас не было кризиса желаний? Ну, вообще, иной раз бывает, ловлю себя на мысли, что, значит, не слишком ли большой воз, и как бы этого кризиса не произошло. Ну, пока справляюсь. То есть, вот всегда есть какая-то задача, цель, впереди еще следующая задача развивающаяся. Да, и, ну, как бы этот, если говорить о моей вот этой общественной работе фонда, да, то этот как бы снежный ком все... Затягивает. Да, все затягивает, все увеличивается, все растет и все быстрее катится. А вы можете себе представить человека, у которого нет желания, у которого, ну, нет на завтра цели, на послезавтра задачи? И вообще с желаниями они могут появиться, а могут нет? Не, ну я думаю, что там, может быть, каждый человек счастлив по-своему. Я счастлив вот этим. Очень много лет отдал в Тобольске, вот в стройке Тобольского города и Тобольского нефтехимкомбината. Вот. И я думаю, что стройка во мне воспитала вот некого такого организатора сегодня. Там, менеджер, мне не очень нравится это слово, а вот организатор какого-то любого дела, я могу взяться за него и как бы довести до конца. А вот где вас принимают за своего? Среди тех же банкиров, среди политиков, в ревнивой среде фотохудожников или в среде ревнивых фотохудожников? Или вы чувствуете себя эксклюзивной личностью и везде чужой среди своих и никогда свой? Ну вот, Анатолий Константинович, умный человек, я его уважаю, значит, вот, несмотря на все, бывает, чувствую себя, вот откровенно говорю, да, что вот чужим среди своих. Персональное дело Аркадия Елфимова. Родина Тюмень. Любимый город Тобольск, в котором живет и работает уже 26 лет. Главных событий в жизни 4, каждое связано с рождением ребенка. Увлечение – путешествия по горнолыжным курортам Италии и Австрии. Наблюдение в связи с этим – за границу с желанием, домой с удовольствием. Главная черта характера – обязательность. Особо запомнились хлопоты по поводу 400-летнего юбилея Тобольска. Из планов – достроить дом, разбить парк, родить еще детей. Занимается художественным фото, организовывает фотовыставки. Сегодня возглавляет банк и фонд возрождения Тобольска. Фонд называется «Возрождение Тобольска». Замечательные слова. Но вот так вот, как здравый политик, администратор. «Возрождение Тобольска» без кавычек. Может быть, это все-таки напрасные мечты? Может быть, опасные иллюзии, Аркадий Григорьевич? Может быть, чиновничьи так регулярные бредни? Ведь разрушающее время неумолимо, и вечных городов на земле не бывает. Прошел, может быть, прошел век Тобольска? Вот я достаточно давно и долго думал, значит, что происходит с Тобольском, что же все-таки возрождать. Мы говорим о возрождении, а как бы все дальше и больше теряем. Вы говорите о времени, которое неумолимо. Но я бы сравнил вот последние там 20-30 лет Тобольска с очень большой катастрофой. И вот недавний пример – катастрофа шаттла «Колумбия», да? Значит, и очень тщательное расследование. Значит, вот трагедия Тобольска, катастрофа, не менее там сильная, чем шаттл, значит, погиб в Америке. Причины никого не интересуют. А причины никого не интересуют. Вот. А причины какие? Там есть еще, когда расследуются все эти авиакосмические катастрофы, да, исследуется и человеческий фактор. Кстати, там последняя информация, НЛО там уже, там, да, там шаттл «Колумбия». Человеческий фактор. Так вот, я думаю, что человеческий фактор присутствовал вот в этой катастрофе, значит, старого Тобольска. И он заключался в том, что да, там были, значит, те времена, когда, значит, кем-то были приняты решения, что строить новый город и забыть про старый.
Вот. Но все-таки мог вмешаться там, руководитель области, там, руководство области, и не дать вот этому происходить. И сегодня оптимизм у меня внушает вот, значит, те сразу первые шаги, которые Сергей Семенович Собянин сделал. Вот я был доверенным лицом его. Вот, сразу, значит, резко по Тобольску, значит, тобольки это знают и чувствуют. Там газификация подгорной части, там газификация Кремля. Вот я говорил, что там 15 лет назад я ликвидировал угольные котельные, да, теплотрассы, там все уже прогнило за 15 лет. Ну, это, вот, то есть подход сегодня, вот, грамотное решение. Грамотное решение. И вот я думаю, эх, были бы они 15 лет назад, вот, вот такое бы внимание к истории города было бы 15 лет назад. Тогда можно реально говорить о возрождении. То есть сегодня можно говорить реально о возрождении, если эта политика не изменится. И историю можно было не повернуть не вспять, а просто повернуть, да, историю Тобольска? Вот, как вы говорите, 15 лет назад грамотные чиновничьи решения. Да, и этой бы катастрофы не было, и она была бы там, ну, в каких-то незаметных проявлениях. А у вас, как у руководителя города, не было такой власти? Ну, к сожалению, не было. Я вот говорил даже, что меня бывало и отдергивали, что там слишком много внимания там куда-то там. А сегодняшнему мэру Евгению Воробьеву завидуете? Ну, как бы думаю, что нет. Аура Тобольска, вот вы размышляете над судьбой этого города, аура Тобольска, это просто над Паниным бугром, над этим диким брегом Иртыша, особый исторический воздух, мистическое пространство, или все-таки вот аура города, это наши современники, которые умеют сопрягать времена? Наверное, все-таки аура города есть. Вот, у меня есть серия, значит, памятных медалей, вы знаете они, да, 30 уже там с лишним, называется «Славянград-Тобольск». Значит, вот перечислить там: художник Перов, композитор Алябьев, ученый Менделеев с мировым именем, да, значит, ну и так далее, там, ну, Ершов, который хоть не родился в Тобольске, но всю жизнь прожил, там, известный сказочник. Вот, поэтому, наверное, все-таки какой-то там разлом коры, там, вот, где, значит, стоит этот город, наверное, все-таки есть. Тюмень не может похвастаться такими, да, такой величины, вот, значит, ну, зато мимо Тюмени проезжал Достоевский, Чехов. Достоевский тоже был, у меня, да, есть медаль Достоевского. И даже посидел немножко в Тобольске, да? Да, где-то 7 дней. Причем жена фон Визина передала Евангелие Тобольское, с тем, с которым Федор Михайлович не расставался до конца дней своих. Вы, кстати, тоже пишете об этом, да, в своей книжке же. И умирал с этим Тобольским Евангелием. Поэтому аура есть, и вот, значит, ко мне приезжают гости разные, там, значит, вот последний приезд, я с большим трудом его затянул, Фаткулин такой, представитель Союза художников СНГ, на открытие художественного музея в прошлом году. Но человек за Уралом ни разу не был. Значит, сегодня у него работа связана с тем, что он то он в Лондоне живет, то в Австралии, то там, значит, где-нибудь в худшем случае у своего коллеги в Грузии там, или в Риге, значит, вот. Цинандали пьет. Да, цинандали пьет. Вот. Когда он приехал, значит, три дня он просто там не мог высказать свои восторги от города. Вот, то есть там, ну, музей, вот, старый город, новый Абалак. И это происходит со всеми, вот, кто бы ни приезжал в Тобольск. Кредо тобольчака Аркадия Елфимова. Кредо Аркадия Елфимова. Промедление – упущенная возможность. Тобольск, конечно, исторический город, историческое место России. В императорской России содержал трон, но сегодня это провинция тронноместника. Сегодня это провинция. В любом случае, мы провинциалы. Аркадий Григорьевич, у вас солидные связи, может быть, все-таки не такие скромные деньги, как вы говорите. Вот выставка в Москве, в зале на том же престижном зале на Гоголевском бульваре. Разве сегодня это все дешево обходится? Может быть, извините за выражение, где-то волосатая рука. Вот провинциал в столицу, уж лучше так застенчиво, около Кремлевской стенки, Тобольской. Но что касается Гоголевского бульвара, это недорого. Значит, и очень многие фотографы... Как находите такие недорогие места в столице? Значит, ну, это место, фотоцентр, где через 10 дней меняются выставки, и практически и фотографы из провинции, московские фотографы, это как бы любимое место для фотовыставок. А что касается мохнатой руки, то могу вам сказать, вот этот тот же Фаткулин, значит, он сегодня Союз художников СНГ,
он владелец Центрального дома художника на Крымском валу, да? Значит, и вот он, когда тоже приходил ко мне на выставку на Гоголевском бульваре, говорит, а что ты не у нас в ЦДХ там? Я говорю, у вас аренда высокая, значит, мне не подтянуть. Он говорит, ну для тебя сделаем пониже. Поэтому, ну, связи тоже есть как бы. У нас есть вопрос от телезрителя Черемных. Не работал ли дед Елфимова в органах милиции Ханты-Мансийского района? Родову свою знаете? Ну, значит, не работал в органах милиции. Отец у меня в Ханты-Мансийске, значит, работал, но чисто такая была прозаическая, значит, у него профессия бухгалтер. Вот. Какое-то время он работал в Хантах. Ну, так, значит, знаю больше свою родословную по материнской линии. Значит, там тоже были репрессированные, значит, и так далее. Вот. Аркадий Григорьевич, вы успешный человек. А бывают моменты, что вы глубоко и пронзительно недовольны собой? Вот я говорю, умный человек, Омельчук. Ну, бывает, да. Вот это в характере, честно говоря. Вот бывает... Окружающие это замечают? Ну, может быть, замечают. Как бы я человек такой, наверное, мне... Не стесняюсь своих эмоций? Да, не стесняюсь своих эмоций. Честно говоря, бывает, вот очень болезненно как-то вспоминаю, там давно прошедшие вроде там ошибки, которых уж не стоило бы там вспоминать, ну бывает. Самоед? Это в характере. Самоед? Ну самоед, я думаю, что нет. Скорее всего, значит, как бы это повод, чтобы не совершать в дальнейшем этих... А вот дела в вашем банке Тобольск успешные, банковское дело сегодня не прибыльно, средние, неважные... Ну, я бы сказал, все-таки успешные, хотя, значит, маленький банк и вокруг крупные банки и жесткая конкуренция. Но вот 2 года назад я собрал коллектив и сказал, наша стратегия на ближайшие годы такая – любить клиента. Дальше рассказывать вам нет? Как конечно, конечно, конечно. Вот, сказал, что вот заходит человек, просто ошибся дверью в банк. Кто, и тут же как его полюбить. И как его должны встретить? Счастье в глазах. Значит, роднее человека в этой жизни нет, значит, и расспросить, проводить. Отдать последнее. Если, значит, пришел там дальше в отдел, то, значит, белозубая улыбка до ушей, голливудская. У кого плохие зубы, заменить. И все, значит, вот последние годы число клиентов растет, и со всех сторон я слышу, Аркадий Ильич, какие ласковые у вас девочки, какие у вас приятные там парни. Вот, так что успешные дела, значит, каждый год вот... Последние, значит, мы еще там приросли клиентами, хотя очень жестко сегодня там. Каждый типа, пытается этого, значит, вот какую-то предприятие... А последствия этого директорского лозунга «банковские девушки успешно выходят замуж? Быстро начинают рожать?» Ну, они как бы уже, у них нет проблем с этим. Они все замужем и с детьми, и с устойчивым там семейным положением. Наш герой добровольно, совершенно добровольно заполнил анкету. Анкета Аркадия Елфимова. Время дня. Утро. Женщина это... Любовь. Любимый писатель. Иван Бунин, Александр Пушкин. Слово, которое хочется сказать детям. Каждому. Ты у меня молодец. Тобольская личность. Личности, руководители городских предприятий, Совет человечеству, жить просто, открыто и красиво. Давайте вы совершенно что-то у меня чай не пьете, я вам навлю немножко. Спасибо. Наверное, цвет не нравится. Да нет, чай приятный, спасибо. Аркадий Григорьевич, вот из ваших осуществленных проектов для вас самый дорогой, ну, наверное, самое трудное, самое дорогое. Нет, из старых не могу сказать. Вот самый дорогой, который делаю сейчас.
Вот, что это? Ну, могу много перечислить. Вот в этом году, значит, я уже говорил, памятник Дунину Горкавичу на день города открыть, значит, на мемориальном Тобольском кладбище. Значит, вот сейчас я получил еще одну коллекцию, 210 произведений живописи, графики, скульптуры, значит, из Москвы. И плюс еще, значит, Академия художеств Церетели всем своим академикам дал Церетели задание для Тобольска собрать там по одной, две, три работы. Вот этим я сейчас занимаюсь. И на День города в художественном музее сделать еще очередной дар фонда, значит, еще одни художественные коллекции, значит, Тобольскому музею-заповеднику. Но для этого мне надо сегодня одеть все это в багет выставочный, да, это очень немалые деньги, и все это доставить, организовать, открыть. Значит, вот в части издательской деятельности там планов вообще громадье, но в этом году хочу сделать новый проект, начать два номера альманаха, который будет называться «Тобольск и вся Сибирь». Вот у меня есть, да? Значит, я сделал о Тобольске 415-летию города в прошлом году, первой столицы Сибири. Но это в серии «Памятники Отечества». А сейчас я хочу новую, значит, как бы серию начать, альманаха уже фондовского, «Тобольск и вся Сибирь». Значит, название подсказал Валентин Григорьевич Распутин мне. Okay. И первые два номера будут, значит, первый по Тобольску будет просто называться первый номер, а второй будет по Тюмени. Значит, я... Есть такая знаменитая фраза, не помню, но из Тургенева: «Аркадий, не говори красиво, живи красиво, но не говори красиво». А иногда Елфимов сам себя удивляется собственному, но если не нахальству, то авантюризму, так бы мягко говорит. Удивляет сам себя. Ну, как-то мне трудно ответить на этот вопрос. Вопрос от нашего телезрителя. Будет ли Елфимов присутствовать на сборе землячества Тобольска здесь, в Тюмени, 5 марта? Значит, я позвонил Сергею Егоровичу Лебедкину, сказал, что, вот, к сожалению, не могу присутствовать. Я завтра утром улетаю в Москву тут, на короткую командировку, поэтому до следующего раза. Как-нибудь обязательно побываю. Наша рубрика «Мнение». Так случилось, что с Аркадием Григорьевичем мы знакомы очень давно. Я работал председателем комитета по делам национальности в 92-м году администрации Тюменской области. А он работал руководителем этого города. И уже тогда у него были большие, так сказать, склонности, направленность в том, чтобы объединить усилия всех людей, от которых что-то зависит, для того, чтобы поднять статус города, его историческую, духовную, культурную составляющую. И уже тогда он занимался возрождением города Тобольска. Что получилось, мы с вами видели. И хочется сказать огромное спасибо этому человеку за то, что он много лет с таким вот большим энтузиазмом и энергией занимается и продолжает этим заниматься. Очень удивительный человек. Мне он всегда был, честно признаюсь, не совсем понятен. Казалось бы, у человека было и положение, и место, и деньги, и управляющий. Нет, он постоянно стремится что-то вот найти новое, чем-то всех нас удивить. То медали выпускает с помощью там москвичей, то книги, то возит различные выставки, то лыжную базу по горно-лыжному спорту открывает и так далее. Но потом, понимаете, когда обдумываешь так все, что им сделано в тишине, то оказывается, это действительно сделано не для сегодняшнего дня, а и через, боюсь, что это и через 100, через 200 лет будут вспоминать все его труды, все его подвиги во имя нашего Тобольска, и вспоминать будут с хорошей стороны, потому что то, что им сделано, это не на сегодня и на завтра, это именно на, наверное, столетие. Практически всю свою жизнь, которая не связана с работой в банке, посвящает именно вот истории Тобольска, пропаганде Тобольска как столицы бывшей губернии. Вот. Очень интеллектуальный человек, начитанный, с ним приятно общаться. Ну и так получилось, что он меня даже вот заразил горнолыжным спортом. Мы раза уже 4, наверное, с ним выезжали на горнолыжный курорт и ездили. То есть он и спортсмен, очень контактный, общительный человек. Ну, просто с ним легко себя чувствуешь. Можно говорить на любую тему. Вопрос от телезрителя, Аркадий Григорьевич. В Тюмени можно купить ваши книги, ваши издания?
Значит, ну, к сожалению, наверное, нет, как уже ни в Тюмени, ни в Тобольске. То есть были и небольшие тиражи, были вот большие тиражи, но все разошлись. Вот наш последний альбом, 4000 экземпляров, «Сибирские реликвии» под знаком ЮНЕСКО, дорогой альбом. Очень многие сейчас у меня его спрашивают. Ну нет, уже нет ни одного экземпляра. Значит, сразу... новые книги, вот сейчас Дмитрий Иванович Менделеев, где-то около 6000 тираж будет. Ну там, правда, значит, вот сразу заберут... Значит, округа, то есть губернаторы вот, округов, значит, Ниелов, Филипенко финансируют часть издания, значит, уйдут в округа книги, но часть будет в Тобольске, будем продавать. Приятно осознавать себя человеком, которому удается то, что, может быть, не удается другим. Я не знаю, приятно, в принципе, жить. Приятно. Жизнь приятная вещь. Да, приятная вещь. Персональную точку в нашей программе поставит телевернисаж. Вы посмотрите фотографии Аркадия Елфимова.